Старый советский паспорт у жителей Бухажирауского района до сих пор на руках. В рамках проекта «Доверие населения» сотрудники прокуратуры и миграционной полиции оказали помощь в изготовлении документов. Под надзор попали 5 отдаленных сельских округов района, в ходе которого выяснилось, что 7 жителей региона имеют при себе лишь паспорта образца 1974 года. Среди них и мать Юлии Бутановой, Любовь Бутанова. Жительница села Волховская Бухажирауского района, 27 лет, живет без документов. Женщина проживает в отдаленном районе, где не ходят автобусы, а для поездки на такси нужно 10 тысяч тенге. Благодаря мобильной группе 58-летняя Любовь Дмитриевна теперь сможет оформить пенсию и удостоверение личности 16-летнему сыну. Многие люди в этом селе финансово не готовы себя документировать, потому что нет никакой возможности работы, заработка тоже там нет. И как бы сейчас проводят работу, то что это очень как бы хорошо, удобно. Вот эта мобильная группа, она очень помогла, она и делает сама и запросы, и как бы во многом решают вопросы, помогают. И это гораздо быстрее. Я как бы считаю, что это удобно, и каждый должен, пока есть такая возможность, документироваться. Незамедлительно у этих двух граждан приняты необходимые документы для получения удостоверения личности гражданина Республики Казахстан. В 5 отдаленных сельских округах были выявлены 7 человек с советскими паспортами. Был осуществлен выезд в сельские регионы. Был прием граждан. Там в ходе приема граждан выяснилось, что действительно люди находятся без удостоверения личности. Имеются только вот паспорта в отдельных, у кого-то только свидетельство о рождении. Поэтому мы изначально сначала проконсультировали, сказали, что необходимо перечень документов собрать. Потом, вот, получается, нами в понедельник был осуществлен выезд. И вот мы приняли, получается, все документы. Документы обратившихся граждан будут готовы в течение 2 недель. Остальным жителям разъяснен порядок оформления удостоверения личности. Основной причиной несвоевременного обмена паспорта на удостоверение личности является отдаленность населенных пунктов от районного центра. В связи с этим органами прокуратуры работа в данном направлении будет продолжена и в других регионах области. Фариза Улбаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.